Компактная кофемолка с импульсным режимом работы для ежедневного использования. Сегодня в видео рассмотрим кофемолку Starwind SGB8426. В комплектацию входит сама кофемолка, инструкция и гарантийный талон. Пластиковый корпус устройства выполнен в форме песочных часов. Сверху расположена крышка с окошком, через которое удобно контролировать степень помола. В основании находится кнопка включения. Ее нужно нажать и удерживать во время работы устройства. Внутренняя чаша и ротационный нож выполнены из нержавеющей стали, которая не впитывает запахи. Снизу выведен сетевой шнур длиной 1 метр 20 сантиметров, а на дне предусмотрен отсек для его сматывания. Данная модель предназначена только для измельчения жареных кофейных зерен. В кофемолке нельзя измельчать сахар, орехи, крупу, специи и другие твердые продукты. Вместимость чаши 80 граммов, хватит примерно на 10 чашек кофе. Степень помола зависит от времени измельчения. Если хотите получить крупный помол для френч-пресса, отпустите кнопку пораньше. Заваривайте кофе в турке и хотите получить мелкий помол, подержите подольше. В среднем полная чаша зерен измельчается за 30 секунд. Время беспрерывной работы кофемолки не должно превышать 1 минуту. Для дополнительной безопасности здесь предусмотрена функция блокировки включения при поднятой крышке. Корпус лучше протирать влажной тканью. Чашу можно очищать кисточкой или влажной тканью. Крышку промывать в теплой воде с моющим средством. После очистки прибор необходимо тщательно просушить. Что в итоге? Кофемолка Starwind SGB8426 подойдет для ежедневного использования. Она быстро и равномерно измельчит зерновой кофе и не займет много места на кухне. Пользоваться ей абсолютно безопасно благодаря блокировке включения при поднятой крышке.